больше, быстрее и голоднее. Самый быстрый SATA жесткий диск на планете – VD Velociraptor. А, вот он. Intel Core i5. Умный. Прибавляет мощности, когда нужно. Неплохо. Начать операцию захвата. Вперед, вперед. Вот этого делать не стоило. Почему? Вот такая прибавка мощности нам и нужна. Парни, это 5. Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost. Партнер турнира, компания Western Digital, представляет накопитель для настольных компьютеров VD Kever Black. Максимальная скорость для сложных и вычислительных задач. Доброго времени суток, дорогие друзья. Да, косим дальше под Каспера. Ну, как вам сказать, гранд-финал продолжается. 2-1, 2-1 в пользу ММ. А, казалось бы, ГГНет в прекрасной форме. Казалось бы, должны они просто разваливать оппонентов. Но, Мумы собраны настолько после победы над Нави, что ого-го-го-го. Они выиграли сегодня у Shift. Они вчера выиграли у ДТС. Сегодня выиграли у Shift, у Нави. И уже две игры подряд у ГГНет. Проиграют ли они? Я не знаю. Посмотрим. Инвокер, Шейкер, Вивер, Оперейшн, Бэтрайдер и Пугна в бане. Ну и Форспик, Мор в ЦМ. И в ответ, ну, Пупей сначала взял Винрана, в ответ сразу Мор в ЦМ. Ребят, общайтесь, напоминаю вам, общайтесь на канале V1LAT. Hi to Gosu Gamers. I'm sorry, guys, that I'm shoutcasting in Russian language. And nobody is shoutcasting in English. I hope that the resolution and the quality of the stream is okay for you, and you're just trying not to listen for me. You're just listening to my screams and just watching the game, because games we have are really all today's games was really good, was really super games. Продолжаем мы дальше на российском языке. Просто нереальное количество людей нас смотрит не из России. Час ночи уже в Москве, даже больше, 12 в Киеве, и это четвертый матч, а если выиграет ГГНет, будет еще пятый. Ну и ждем решения Пупея. Сейчас он будет пикать героев. Вы извините, что я иногда вот так затупливаю, просто действительно я уже просто настолько устал, у меня просто глаза уже сидят и такие, оп, и заточились на синюю таверну с надписью Intelligence Sentinel 2. И я думаю, что же значит 2, и до меня только потом допирает, что это тупая очередность. 1-2, 1-2. Ну ничего страшного, смотрим эту игру, переживем, с 3 часов дня просто слишком много игр в один день. Ну, возможно, я согласен с НС, возможно, слишком много игр в один день. Это беда. Лич и Визаж в пике у Пупея. Ну что, чем ответит сейчас Майлк? Посмотрим. Ну, видно, что уже игра будет не такая, как прошлая. Потому что прошлая игра я такого вообще никогда еще не видел. Ну, супер-мега какая-то имба-пуш-стратеги. Ну и она проканала. Она проканала, отбивались как могли. Вы помните, что когда снесли Мумы две стороны, они сделали всего 6 кило, они проигрывали со счетом 18-6, и в то же время снесли сразу две стороны команде ГГНет. Ну, бывает и такие матчи, в итоге матчи не закончили всего, по-моему, с 11 килами или с 12, зато мегакрипы сгрызли просто команду Team Gosu Gamers на базе. Опять Ландруид, опять 19-я минута, Радианс, и то же самое, что мы не раз уже нам показывали, продемонстрировали они еще раз.
Ну, сейчас, конечно, такого не будет. Я в этом уверен 100%. Пака взяли они третьим пиком. Улетают в бан Демон Вич от Пупея. Ну что, еще сейчас по два бана. То есть два бана от Манка, один от Пупея. Последние пики и игра. Что стоит забанить здесь Майлку? Ну, не знаю, в принципе, Визаж, Лич, Виндранер уже интересно. Что на триплу пойдет с Визажом и Личом? Виндранер, наверное, все-таки пойдет в сложную, но остается герой в мид и герой на триплу. Банит панду Майлк. Ну, как бы, я не знаю, пикал бы Пупей панду. Учитывая, что ЦМК, в принципе, в команде соперника. Ну, в принципе, мид можно было бы и поставить. Не знаю, посмотрим. Что забанит сейчас? Папи. Дума банит Пупей, не хочет он его видеть соло в миде, не хочет против него стоять, не хочет, чтобы напрягался опять Куроки, который опять пойдет в мид. Ну, пятую игру уже сегодня играет команда GGNet, напомню, выиграли они у Na'Vi и вот проиграли две у Мумов. Мумы тоже, кстати, играет пятую, но вот Мумы все четыре выиграли. Мумы выиграли все четыре игры, и оборвать их не стрик может сейчас только команда GGNet. Спектра, ну тоже хороший такой бан. Очень даже неплохой, я бы сказал. Спектра, Визаж, Лич. Ну, неплохая линия. Побоялся ее. Ну ладно, неважно, посмотрим, что сейчас пикнет Пупей. От этого будет зависеть, чем будет отвечать ему, собственно, команда Мум. Я сейчас альтабнусь, гляну, что у нас в мирке творит. В какой руме Вилат сидит? Пацаны там пробуют, уже пароли подбирают. Ребят, вы что, издеваетесь? Пароль меняется сразу после игры. Это, во-первых, во-вторых, вы в рум просто не зайдете. Вы такие смешные. И кроме моего ника никто это сделать не сможет. Так что пробуйте хоть миллиард раз. У вас ни черта не получится. Читеры, это ж про Дота. НСов стрим. Не, мне впадло звонить, если честно. И вообще впадло, если честно, комментировать. Ну да ладно, и мне не интересно, сколько народу нас сейчас смотрит. Чисто для интереса. В нулю про доту. Сколько народу до часа ночи, боже. Вы больные люди, товарищи? Я вам серьезно скажу. Еще же у нас есть high quality стрим, не забываем. Там тоже, я думаю, 4000. Но новость какая-то интересная такая появилась. Вингу забирает Пупей. Ого, это уже очень интересно, я бы сказал. Подожди, а как он будет ставить лайны теперь-то? То есть Визаж, получается, будет на что? Кэрри, что-то я... А, или Лич пойдет в слот. Знаешь, что-то я пока ни хера не отстреливаю. Ну, это Пупей. Понятно. Лос слил инфу. Ты на стриме хейтеришь. Да я вас вчера вообще такими крыл. Посмотри на ютубе. Потому что так тупить, как на Асикап. Скажи спасибо, что я вообще матом не ругался. Да, мне Лос уже написал, что ты на горячую голову сильно много говоришь. Да мне до дупы. Я, мне чё, нельзя вас хейтерить или что? Если вы играете как кусок говна, так чё же вас не похейтерить нормально? Бисмастера берет Майлк. И Пупей... Ой-ой-ой. Это Лич Медуза. Это Лич Медуза. Короче, ребят, я сейчас пойду, наверное, поужинаю. Минут через 40 вернусь как раз на самое интересное. Лич Медуза у GGNet. Чем ответит Майл? Последний пик. Пам-пам-пам-пам-парам-пам-парам. Продолжает мне писать... Мирко, тут даже Азен что-то тут пишет, Бер пишет. Да, нужно закрыть, потому что подлагивает мне компьютер, когда мне пишет куча народу, все равно я это, вот это все не читаю.
Ладно, поехали. Что последним взяли? Я-то провтыкал, пока я тут в альтабе был. Итак, демон играет на бестмастере. Пойдет он в соло мид. ЦМ-очка, байпушер, Чен, Майлк, Мизери, Морф и пак. Latency 35. Нате. Нате вам latency 35. Плеймейт на паке в сложную. Против него Дуза. Куроку байдуза. Куроку байдуза. Дуза бай куроки. Миракл на визаже, на лече. Пашкат. И что? Вы серьезно? Соло лич бай пашкат. Соло сложная. Азен, Роамин, Хвинга. Нет, Хвинга пойдет, наверное, на триплу все-таки сюда. Это, ну это, да. Возможно, да, против соло пака, по сути, стоять в винге не нужно будет, поэтому она будет постоянно тусоваться. Пак все равно будет здесь по таврам отгребать от визажа, а медуза будет фармить. Ну а вот лич против бестмастера. Интересно. Или будет свап какой-то? Нет, не будет никакого свапа. Так, хорошо припаковался демон с расчетом на фастбанку. А внизу будет Морф, ЦМ и Чен, который выбегает из леса против Виндранерки. Ну, то есть Виндранерка тоже там будет стоять по таврам. Ну, абсолютно аналогия будет с этой линией. Посмотрим. Посмотрим. Ну что, поехала. Четвертая игра. 2-1 выигрывает Meet You Makers. 2-1. И если счет будет сейчас 2-2, то нас ждет пятый решающий матч. Если же выиграют МИМ, то на этом турнир закончится, и МИМ станут чемпионами. Ну вот, лич соломит, сразу хавает второго крипа. Одного забирает демон. Вот хороший этот новый лич, то, что он два крипа хавает с пачки. Вообще прикольно это. И как бы если еще двух заденает, то вообще получается типуля без экспы стоит абсолютно. И тяжело будет. Он сейчас загоняет под тавры. Нормально уже взял второй левел. И здесь вот сейчас еще одного скушает, так понимаю. Новый скушал. Оп, большого. Или какой там кулдаун? 30 секунд, по-моему, кулдаун, если я не ошибаюсь. Вот, прекрасно. Ну, тяжело будет, конечно, демону тут стоять. Тем более, пачкат вообще шикарно стоит. Ну, будем посматривать сюда иногда на крипстат. Я думаю, что вот демон вот так вот постоянно будет терпеть. Приходит Майлк сразу сюда. Объясняет, что нужно, наверное, здесь попушить. Пупей сразу на хелп. Полетели топоры. Хорошо так зацепили Пупей. Куда он пошел? Стан? Ну, нормально, сбил. Но только вот пострадал очень серьезно. Лич отбивается. Тут Пупей уходит. Уходит, конечно, лот. Тут не убивается. И медведь на него. Тут еще ЦМ-очка. ЦМ-очка выскочила из лесу, получила плюху. Трое в миде собрались. Тут что у нас? Пак, смотри, куда залетел. Пак 0-1, у него крипстат. Тут гоняет его Миракл. Куроку тем временем 8-3, 4-5. Мизери против Азена. Азен 2-1. Азен сейчас его еще гонять начнет. Вполне это вероятно. Дабла получается такая импровизированная в миде. Ну, в принципе, два роуминг-героя у Мумовит, внизу не будет стоять СМ-ка с Морфом, но если и будет, то мало, потому что, ну, уже Азен сейчас будет третий левел, и СМ-ки здесь абсолютно всякий смысл пропадает, то есть она не сможет с ним толком тычковаться и так далее. ДД забирает бестмастер, возвращается в мид, 2 минуты игры уже у нас прошло, лич 8-4 крипстат у Куроки 11-4, 1-2 всего у Плеймейта. Чен опять выходит, получает пару плюхандров. Ой, тут команда Урс по доте. Нужно прогонять это вот дело. Ну да, то, что будет выходить Майл, конечно, на руку демону. То есть демон хоть более-менее какую-то свободу будет чувствовать. 7-2, он уже очень много, кстати, набил крипов. Лич 8-4. Ну, не знаю. Мне не очень нравится идея с соло мидлича. И мне кажется, она будет на провальной. Тут нападает на пака. Лоу хп, плюха. Ух, хорошо, уворачивается-то. Уворачивается в шифт. Плеймейт, я думал, будет уже 1-0 First Blood, но нет. Плеймейт остается в живых. Есть у него второй левел, есть шифт, есть орб. Можно нормально улетать. Кура продолжает фармить. 14-7, 600 голды, есть Базила. И более-менее все у него. Внизу посмотрим, что у Морфа, как дела. 14-1, с Мизери тоже, кстати, красавчик. Зря времени не теряет. Азен взял третий левел. ЦМ-ка пока пулит леса и вот тусуется вот так вот с Ченом. Второй левел Майлк, вот как-то что-то он вышел, сначала побегал и толком ничего и не сделал. И сейчас возвращается в леса, попытается
приподформить. Может стоит выйти вот сюда, но сюда тоже нет абсолютно никакого смысла. Тут Пак опять зажались, они с Мираклом тут дерутся. Ну, улетит, конечно, отсюда спокойно Плеймейт. Ну, хорошо так похарасил его Миракуль. И придется, что там по регену? Есть еще целая фласка. Отпивается Миракл, начинает поплевывать сразу в него. Ну, в принципе, да, загонял, конечно, плеймейта. Третий левел, правда, уже у плеймейта имеется. 20 на 9 Куроки. 20 на 9, 920 голды. У Марфа 21 на 12. Получше-то получается. Учитывая, что помогают здесь Дузи, а Марфу, в принципе, тоже помогает. Самое главное, что Марфу не мешает. Что возможно, Миркель все-таки немножко мешает. 0-0-0-0, таких 4-0. Герой чисто, чтобы поплевывать в Пака. Вард стоит, все видно, 3-4. Плеймейт тоже трех крипов убил, очень даже неплохо. Ну, это попытка выхода, да, с машинкой вовремя на 4-й минуте для того, чтобы забрать тауэр. И вряд ли тут получится отбиться. У Азена второй левел павершота. Простреливает, ты что, тут побежал Сатир, не попал ни по кому. Цуэмка забегает сильно далеко, стан Сатира от Пупея, нужно его быстренько убить. Да, убивает его, стрелой прошивает еще пушера и отгоняет. Просто элементарно. Все крипы умирают, теряет Сатира, отгоняют спокойно Азен вместе с Пупеем вот эту попытку зайти на тауэр. Мизери 26 на 12. Пятый левел, уже 1300 голды. Нормально, ну посмотрим, что в миде. Лич мы видим с хедресочкой, с тапком, с четырьмя ветками. 19 на 7 у него крипстат. 11 на 2 у демона. Что-то у него было 7 на 2, я долго по разным линиям лазил. Сейчас у него 11 на 2. Четвертый левел, пятый левел у Лича. И это как-то стрёмно, боится. Да, гоняет его здесь по шкат, просто ого-го. По всему лесу. Ну и будет у нас когда-то ферстблад или нет? 5 минут 35 секунд прошло, и пока тишина полная на карте. Ну, вообще, заметьте, что игры, вот когда играли Na'Vi из GGNet и с Мумами, результаты были довольно крупными. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, убьет или нет? Не убивает. Задумал хорошо, но не убивает. Сильно поздно пустил ульт по шкат. Если бы раньше, может быть, не успел убежать так далеко, и хотя бы один баунс ульта пролетелся бы. Все-таки ловит плеймейта. Плеймейт пытается улететь, 180 маны улетает. Спокойно, Куроку зашел за тауэр. Ну и что здесь? Здесь получит он несколько орехов. Один крип всего. Вот, еще и похарасит плеймейт. Ну тут тауэр, в принципе, запушит, потому что есть мидвэгон, и можно спокойно пушить вместе с плеймейтом. Тут такой же половинчатый тауэрок, и плеймейт отбрасывается. Не с плеймейтом, с Мираклом, сори. Плеймейт тоже отбрасывается. Что ему кура принесла? Ничего, просто прилетела. А банку перезарядить? Возможно. Четвертый левел. Ну тоже хорошо. Четвертый левел уже взял, уже плюс. Смотрим в миде. Литч левел 6. Демон не умер. 13 на 2. Два еще крипа наворвал. Сейчас будет шестой левел. Тут в лесах Чен. Чен уже пятый. Тоже есть у него хедресочка. Четвертый левел ЦМ-ка. Есть сапог. Ну и у Мизери. У Мизери уже ПТ. 400 лишних голды. Так вот, продолжу я свою тему, что вот мы видели сегодня три игры, две игры Na'Vi против GGNet и потом Na'Vi против Мум. Там результаты, в принципе, были крупные, то есть там по 40, по 45 киллов было в каждом матче. А вот в матчах Мум против GGNet как-то все сухо, то есть максимум там 25 и так далее. Сильных разгромов или там просто равенство, если и есть, то оно очень-очень узкое, типа из разряда 11 на 11 пол игры. Мизери продолжает собирать фарм. 45 на 12, 46 на 12. Ну вот тут постреливает так в него плотно. Что ты делаешь, друг, ты чё? Ну тут это уже было слишком рискованно, но Малик заводит за спину. Ой-ой-ой-ой, умирает Азен. Малик забирает ферстблад. Заигрался тут немножечко Азен. Теряет он ферстблад, сразу отдают тауэр. Ой-ой-ой, и это 1-0. И пора сделать Сави. Автор ферстблад. Альт ферстблад 2 сохранить. 7 минут 51 секунда игры прошла. Как-то непонятно зажал сам себя Азен. Он же видел, что идет кентавр. Мог бы отойти, но может не рассчитывал, что... Не знаю, непонятно как-то. Умер он, мог бы и не умирать. В мид прилетает тем временем Пак, 5-й левел. Ну а только с 5-го левела Пака. Как вы будете Лича убивать-то на 5-м левеле? Ультует. Ну далеко в пачка-то врывается Пак сюда. Тут Сайленс еще должен он сделать. Лич, ну и все, и не убили. Кабан не вцепился и не убили, Пачкат уходит. Ну, прилетел бы лучше на шестом, зачем же ты уходил? Стоял бы, набрал бы шестой, прилетел, убили бы 100%. Нет, поспешил он. Морф находит, Пачкат убивает. 48 на 12, Мизери, красавчик, 48 на 12.
Рыжий мобхакер все успевает сделать. 1500 голды у него. ПТ Базила две веточки. Что у нас у Дузы? 60 на 20. 60 на 20. Но Дузу вообще никто не трогает. То же самое у нее, что и у... То же самое, что и у Мизери, но тут намного все круче. Сейчас упадет тавр. Еще один тавр тут заберут Мумы по миду. Будет по таврам счет 2-1. Вот вы видите, с кентавром, с совиным медведем подбегает сюда Майлк. Демон забирает вышку. 1130 хп. И Куроки забирает вышку наверху. 1800 у него. Ну вот что ты тут делаешь? Вот зачем ты сюда пришел? Вали себе вниз, фарми там дальше, где там стоит пушер. Ну куда-нибудь. Ну тут стоять нету смысла. Дальше ж пойдут. А нет, они не пойдут дальше. О, вот это счастье для Мизери. Ну что, у Куроки сейчас получается ситуация, что ему нужно лететь сюда, а Мизери нужно оставаться на линии, где стоял Куроки. Ну и вот, обоих это устраивает, наверное. Команды, походу, тоже. 2100 голды у Мизери. Пойдет, наверное, купит орб и будет делать что-то веселое. Что он будет делать, я не знаю. Наверное, может линку, может не линку, может сразу какой-то монтастайл. Ну, посмотрим. Это Мизери, у него обычно не бывает каких-то там сверхневероятных итембилдов, наверное, по стандарту все будет, ну посмотрим. Битва с кабаном, Пупеем была выиграна просто без вариантов, просто избил он кабана просто в ноль. 2-0 счет по-прежнему, 2-0 счет в пользу команды Meteo Makers в четвертом матче гранд-финала Intel Challenge Super Cup. Если мы сейчас выиграем, они станут чемпионами. Если выиграет GGNet, нас ждет пятый решающий матч. И вот первая встреча, и она не очень хорошая для Мизери. Нужно включать перекачечку. Включает перекачку, начинает уходить. Но не поатаковали, не сильно поатаковали. Ну, в принципе, особо они там не могли ему никак нащелкать. Были бы птицы, может быть, со станом еще как бы-то проканало. Но без птиц обсирал момов, то я слышал. Когда я обсирал момов? Да, было дело, это изначально я думал, что они плохие, что они ничего не выиграют. А то, да, красавцы, мы просто... Сегодня у них какой-то ихний день. Бестмастер в инвизе. Демон, собственно, так же, как он, помните, в игре против Нави забегал тоже сюда, ну, когда были ремейки, тоже он простоял, наверное, секунд 15 здесь прождал, пока вышел артстайл, и потом начал уже гангировать. Но сейчас просто в спину, я думал, он в инвизе будет до конца, он просто в спину забегает и... Будут нападать или нет? Ну тут 3 на 4. Нужно дождаться, пока Морф распушит линию. Бежит уже сюда Лич. Внизу два героя, но 3 в 4 драться. И убегают просто. Нагло Гагнет убегает. И на развороте. Зайдут в смоуке. Винга, есть 6 левел? Да, есть 6 левел, но не знаю, есть ли свап. Все, палится Винга. Ну и видно всех. А зачем тогда смоук юзали? Ну да ладно. Это их дела. Смотрим внизу. Цемочка. 0-0. 7 на 4 стат. Пак 27 на 6. 6 левел взял. Что ты здесь делаешь? Что ты вообще здесь делаешь? Что ты тут фармишь? Мизери нужно где-то фармить. Демон. 1400 голды. Я так понимаю, опять-таки будет играть свои некрономиконы. Мека появится через 700, через 700 голды у Майлка. Будет проще. По таврам 2-0. И нужно желательно мумам пойти забрать еще один тавр. Вот этот, например, наверху. Или пойти где-то подраться и забрать второй тавр. Где-то. Непонятно где. Винга с сапогом. Ок, Лич у нас. Лич имеет ПТ, имеет брасер и тоже хедресочку. Тут мека пока не делается так, что здесь напали на ВР-ку, ну так чисто для профилактики. Ее постукали и ушли. Прибегает тут куча пупеев, которые якобы должны типа испугать, но ничего-то они не испугают. И Бестмастер бежит тупую, не обращает внимания на иллюзии. Ну окей, сейчас он их поубивает. И три героя здесь собрались, будут пытаться что ли пушить или как. Морф тут один пока. Ну Морфу вот этих двух пацанов не бьет. Не знаю, Миракл, ну стоит тут, что стоит, что не стоит. Тут как бы толку никакого, просто зарабатывает экспу и ворует экспу у Куроки. Хотя 90 на 21 криптат у Куроки, побежал Бестмастер. Связывают его, нет, с кабаном, о боже. И прошивает. Но на этот раз кабан страдает. Вытанковывает еще немножечко Пушер Стрит. Ну и тут Майлк пришел. Вот 4 героя. Пак стоит в спине. Вижен прекрасный. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут Мизери убивает Медузу. Каким болтом он вообще убил Медузу? Провтыкал я этот момент. Мизери убивает Медузу. А Миракль просто летает рядом, на это наблюдает или что? Или никак не мог. Ну в принципе, а как он мог помочь? Хотя 6 левел же есть. Птицы где? Чего же не было стана? Мумы забирает очередной тавр и 3-0. Счет по киллам, по таврам тоже 3-0. GGNet пока не могут сделать абсолютно ничего. И вот этот вот пик какой-то, ну как-то он не очень.
Персеверанс, персеверанс есть у Мизери. 1400 голды, 74 на 15 крипстат. Куроку опять жив, 90 на 21. Тоже у него есть перса, 1500 голды, чуть-чуть побольше. Ну и куда пойдут сейчас? МАМ, 11 левел у Марфа, а у Куро 9. 9 левел. Ну, Морф просто тут убивал. Внизу там где-то летал и так далее. И дают ему фарм. Так, решили уйти ему мы, потому что... Ой, свапают, это минус Лич. Ультует сходу, минус Чен. То есть, да, Чена моментально сбривает, еще прошивает. А ульт Лича-то еще летает. Пупей, просто 12 хп уходит. Едва живой, гонится за ним Кентавр, но вариантов нету. Демона тоже убили. Еще и Реген подбирает Лич, прибегает Мизери. Мизери, нужно ему бить птицу. И убьет же, да, убивает. Не убивает, в стан попал, нет, все-таки убивает. Пушер подбежал, тут помог. Пушеру нужно наверх спрятаться, сейчас пройдет кулдаун у Лича. Зацепляет его Пушерок, ну и Лич пытается сделать ТП-аут, а нечем столкнуть, Кентавр слишком далеко. Нечем сбить. 14 минут 30 секунд прошло. 4-2 счет в матче, 4-2 в счет матча. Вот первая осмысленная такая драка в исполнении команды Gosu Gamers. И вот нормально, 2 в 1 они разменялись, хотя, в принципе, могли еще кого-то потерять. 0-0, 34 на 8 у плеймейта. Виндранерка 40 на 3, крипстат 1 смерть, 1 убийство. Куроку фармит. Куроку продолжает фармить, 2000 у него голды. Делает себе медленную, верную линку. То же самое с Морфом, ну их абсолютно одинаковые по деньгам, 2100, 2000, ну Морфа 2 килла, у Куроку 1 смерть. Это минус, 10 левел, а Морф 12. Это плюс, конечно, для команды Meteo Makers и для тех, кому завтра на работу или в школу, или в институт, и кто хочет поспать сегодня. Я думаю, таких много. Я один из них, кстати. Хочу, чтобы мы выиграли, наконец-то закончил. Это все, так, Пак тут отошел. Вместе с птицами 4 героя идут по миду, будут пытаться, наверное, сюда напасть на Тауэр. Рядом Чен уже готовый, полный зоопарк есть у Майлка. Окей, делаю я сейв, правда, делал я недавно. Сделаю еще один, не проблема. Раз они требуют, ну и пушат Тауэр здесь ГГНет. Пушат Тауэр ГГНет. Что будет делать Мумы? Ну вот вышли два совиных медведа и давай закастовывать, да? Или просто пошли в атаку, ну все правильно. И опять тут встреча наверху двух друзьяк. Что пойдет, Мизери бить, просто идет и просто бьет. Ну сюда сразу ТП и уходить. 150 маны. 150 маны, имеется репликейт, проблем не будет. Прилетел Миракл, и сейчас можно пойти попытаться с Ченом что-то придумать. Внизу Бестмастер, который умер в прошлой драке, ну, собственно, будет сейчас Некра. Вот с минутки на минутку осталось там 100 голды на первого Некрономикона. Позже сразу он будет делать грейды, хотя мы помним в игре против... в какой-то игре, а это в первой игре против Мумо, когда он минут 20 собирал Некра, и они все лежали вот тут, пока Некра 3 не собралась, только потом себе принес, может сейчас сделать так же, черт его знает. Пытается тут убить этот репликейт птицами, уводит его подальше Мизери, ну и все-таки репликейт раньше пропал, чем его убили. 13 левел скоро он получит, 111 на 22 крипстат против 99 на 17, ну вырвался вперед немножко немец. И демон кого-то ждет, ну от кого ж ты ждешь? Лича 10 левела. У Лича, кстати, будет через 150 маны, через 150 голды мека. У Майлка мека уже есть. Есть также урна и тапок. Имеется зоопарк, который мы уже показывали. Ну и вот перетяжка идет наверх, чтобы забирать верхний тауэр. Тут тем временем развлекает демон вместе с кабаном. Куроку пришел сюда, линию распушили. Нужно ему тут немножечко еще повисеть. Чего бы и нет, 117 на 22. Это любитель фармить, как я уже говорил, наверное, у человека мечта убить всех крипов мира. Ну, а тут вообще забили ГГНет просто наверх. Тут спокойно, вчетвером Мумы вместе с зоопарком забирают тауэр. И решили, наверное, ГГНет, что лучше разменяться. Но я думаю, Мумы еще будут сейвить. Да, летит уже первое ТП. Летит первое ТП, и будет ли еще кто-то или нет. Или просто забьют. Ну, отдавать тауэр просто так тоже, конечно, неинтересно. Нет, не отдают. Ну, а зачем глиф тогда? И вот, пошло второе ТП, гонятся здесь за ЦМ-кой, врывается Пак, Пак поставил ультимейт, Тауэр таки забрали, Лич лоу, врывается Бист, ну нужно Лича очень быстро сбрить, чтобы не успел закастовать, Лич не успевает ничего закастовать, Мумы забирают двух моментально, но больше никого, конечно, тут не достанешь, но минус два за Тауэр отдали ГГНет, и для них, вы знаете, в этой игре все выглядит пока весьма печально, потому что 6-2 счет по Тауэрам, 4-1, И я не знаю, смогут ли ГГНет оправиться после такого.
По левелу все окей. Ну, медуза, ну, медуза. Ну, что медуза? Ну, ох, у нее есть линка. Что дальше? У нее 100 дэмэджа. Что она сделает против вот этого всего? А мамы сейчас заберут второй тавер. И пойдут еще и наверх, скорее всего, забирать тавер, где виндранерка фармит. Возможно, возможно. Видите, пак полетел просто распушивать максимально, возможно, линию птиц. Потерял Миракл одну, одну потерял, вторая осталась в живых. Мизери забирает товарок, опять тот, кому это больше всего нужно. У него есть линка, это 1300 сверху уже. Тем временем у Куроки есть только 500 сверху после линки. И Рошана сейчас. Ну, четко играет Мумы. Они сегодня играют просто как будто сами не свои. Вспоминать игры, когда, вот вы помните, они там проигрывали и у ДТС, и у Нави. Но как-то была это не та команда. Сейчас они играют вот действительно без ошибок. Сильно хочется выиграть, что ли. Черт его знает. Пойдут ли ГГНет? Лич уже побежал. Лич уже побежал туда один. И что? И говорит, ребят, а че я один? И вот за ним Дуза. И... Ну что будет? Закастовывает Совиный Медведь. Первый с той стороны не зайдут. Вот Медуза проходит через это все. Прилетают птицы. Птиц нужно убить. Сайт птиц. Лич пустил ульт. Чен лоу КП. Юзает Меку. Нужно еще ультануть. Да, ультует Чен. Майлк разворачивается. Сейчас умрет Майлк. Нет, не достает до него Дуза. Не достает до него Дуза. Лич лоу КП. Лича убивает. Майлк. Майлк убивает там крипом Лича. Пак уходит лоу КП. Расстреливает Дуза. Не знает, кого стрелять. По всем по чуть-чуть. И в итоге никого не убило. Здесь живой еще Морф. У Морфа срабатывает линка. Он пролетает через визажа. Визаж лоу КП. Демон забирает еще Азена. Остается здесь Пупей. Пупей стоит в колбе и Куроки. Куроки расстреливает. Расстреливает крипов на развороте. Мизери умрет или что? Нет, Мизери не умрет. 240 маны. Включил перекачку. Пушер убивает Пупей. Заканчивается мана у Куроки. Минус 4 делает команда Meet Your Makers. Остается тут виндранерка, прошивает, никого не убила. Еще раз прошьет и убьет, не, но тут мека. И все более-менее, репликейт летает. Красавцы, мумы, 10-2. Ну что, и я делаю сейв. 20-я минута, 28-я секунда, 10-2. По таурам 5-1. И Рошана забрали только что мумы. По-моему, это GG. Я не знаю, вытаскивается опять-таки ли такие игры. Но только что, вот мы видели, что Куроку пытался делать все, что мог. Он стрелял, пулял, но в итоге не убил просто никого. Потому что люди просто в рассыпную. И попробуй кого-то поймай. Мизери, левел 15, 2400, Аэгис, Линка, Мэджик Вонд, Базила, ПТ на Агилу. Дальше, где Бисмастер? Вот Бисмастер, Некро 2, и осталось всего 500 голды, 600, то есть голды, до Некро 3. Пак, несет себе даггер, я так понимаю. Да, даггер и цирклетик. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Тут даже запакованный у нас пушер, у которого 1300 хп. 1300 хп в команде ГГНет ни у кого, по-моему, нема. Да, ни у кого нема. Даже близко столько нема. Самый толстый был бы вот, пушерок в команде соперника. Хорошо себя чувствует. Он вангард купил вообще. Вот это ЦМ-ка, я понял. 3-0 еще и киллинг спри. Ну вот сейчас пойдет отдастся, а то ему жалко станет. Нет, просто вард поставил. Попытка пойти на нижний тавр. И ее будут дефить. Мумы будут дефить. Некро 3 имеется у Биста. Имеется еще смоук. ЦМ-ка здесь. Прилетает пак. Вот в спину забегает Винга. Вот тут главный паку не отдастся, пока никого не будет. ЦМ-ка тоже закастовывает. Винга сейчас будет пролетать или нет? Ну нет, если тупая птица убить можно. Вот, застанили ЦМ-очку. Уходит отсюда. Ой, связал, как хорошо. Как хорошо. И пушер нужно просто кастовать ульт тут. Нет, пушер еще ныкается. Полетели торнадо. Ой-ой-ой-ой, какой кипиш. Ну и не знает, что делать. Просто ЦМ-ка тут прячется ото всех. Здесь еще лич. ЦМ-ка таки умрет. Нет, выживает каким-то чудом. Смотрите, бежит куда-то пушер. Его выхиливает еще, раскастовывается. Ну, размен 2 в 2, кстати, плохой для мумов. Но тут еще можно догонять. Можно догонять спокойно. Морф просто улетает на вингу. А, что, не в кулдауне, а в кулдауне была линка, поэтому не убивает. Виндранер просто улетела. Но винга тут, конечно, уйдет. Вряд ли ее догонит или догонит Мизери. Да, догонит Мизери, дает еще одна тыча. И опять линка? Что за бред?
Ну и на базе уже, а здесь уже птица Феникс прилетела, дает слоу, и Мизери кулдаун достает все-таки Пупея, но может сейчас поплатиться, потому что свяжут его. Нет, Бестмастер уже на базе, зашел сюда весь зоопарк, но тут нужно осторожно, осторожно мумам, чтобы не бэкдорить. Мизери, мана есть, нужно улетать, да, улетает. Улетает, и вот идут крипы, 2 ТП в мид сразу. 13 на 4, счет по-прежнему. Демон 2-1, третий Некран. Ну, драка только что была не самая лучшая для мумов. Убили Медузу. А, да, Медузу убили. Долго били. 13 на 4. А дали Пушера. Пушер просто такую героическую жизнь тут прожил в этих вот лесах. Потом еще выбежал прям в тупую сюда, чуть не добежал. Ну, не повезло немножечко. Мог бы. Пак 872 хп. ЦМ-ка 1375, а я живучая. Ну, ЦМ-ка это просто такой моральный фактор, когда люди видят ЦМ-ку, начинают ее бить, потому что, ну, это же ЦМ-ка, а тут у нее 1300 хп и вангвард, и думаешь, да блин, да что такое? Врывается Морф здесь на Азена, дает ему маленький раскаст. Азен отстреливается, убивает кабана. Ну и пошли наверх, а где Майлк и вот его зоопарк? Вот Майлк и зоопарк, который он не теряет. Ну, нужно убивать сейчас этот шестой тауэр и потом пытаться как-то заканчивать игру, потому что, ну, появился Гелхорн, или можно, конечно, дождаться, пока появится Блейд у Мизери и закончить окончательную игру, потому что тут, ну, все умрут с раскаста, просто, кроме Медузы, абсолютно все умрут с раскаста в 16-м левеле. Падает шестой тауэр, 24-я минута, 35-я секунда игры. И что, пойдут? Да, пойдут, должны. Или нет, в смоке. Толпа забегает просто. Толпа Майлка забегает. И пошли наверх. Кого? Что это было? Что это было? Что-то я не это. Или мне показалось, или он не достал даже до винги. Или достал. Странный какой-то демон. Демон вообще. Морф уже в миде, прыгнул на свой репликейт. Вот сейчас дофармить себе на зеленый посох, сделать Тезериал Блейд. Ну и будет больно кому-то. Вот этой подруге, например, будет больно. Лечу. Не, ну тут уже толстоватые ребята. Тут уже не скажешь, что сразу, так что борода. Так, Морфа свапнули. Что, сольют ему Эгис или что, связывают? Он включил перекачку, ульт Лича. Сбили Эгис, бросили просто своего тиммейта. Здесь ребята. Ну, сейчас встанет Морф, да, вот сразу два торнадо вкастовывает Майлк в помощь. Птица минус, топоры полетели. Ну что, пуш? Что здесь делает этот плеймейт? Плеймейт потерялся немножечко. Счет 13-4, нету Эгиса, это плохо. Чего себе не несет зеленый посох, вот Кура только летит. Наверное. Ну вот, подлетает пак. 25 минут 57 секунд прошло у нас игры. И будет ли пытаться команда Meet You Makers пропушить сейчас мид? Тут Дуза стоит и отстреливается. Но пока нету сплитшота, они есть уже сплитшотом, отстреливается, просто сбивает, и 300 маны осталось. Ультимейт от Некра выжигают, 0 маны, свапают ее, врывается Пак. А Пак ультимейт поставил, Морф минус 1, Куроки умирает. Морф раскастовывается дальше, был бы все-таки Блейд, было бы намного круче. Тут едва живые майлковские крипы, которые бьют тауэр. Плюха прилетает еще, Мека выхилились, отошли, убили Куроку, выхилились, отошли. Живой пушерок пошел Мизери дальше с Блейда. Что это было? И, ну, не достает. Нет, все-таки Пак убивает, прыгает. Плеймейт убивает. Тут едва живой Миракл тоже пытается уйти на базе. Уже просто гоняет мумы. Тем временем Бестмастер вместе с Майлками, с пушером. Винга, лоу хп. Лич пытается отстрелиться. 15-4, куда прыгнул Пак? Сейчас уйдет отсюда, он убивает, делает даблкил. Майлк убивает тем временем тауэр. С последних сил Азен и Пашкат пытаются отбиться. Делают глиф. Морф сейчас убьет, сейчас же откулдаунится у него. И влетит он в кого-то. Птица-говорун. Четверо живы Гаганет, но ничего не могут сделать. Абсолютно он сейчас потеряет медведя. Потерял, бараки падают, ульт лича так хорошо попрыгал-то по Майлку. И плюха, нет, он все-таки выживает. Мид снесли, ушли.
Мид снесли, ушли, но я пока не буду делать сейф. Рассказ будет? Да, будет. Будет. Демон ультом. Стилит Миракл в центр событий, встает, забирает его. Плеймейт Куроки пытается драться со всеми. 400 маны. Тут птицы отбивают его. Мана заканчивается. Манашилд спал. Третий некра, конечно, очень сильно мозг мучает. 300 маны, откуда вдруг не возьмись. А, это стики. Мизери, Unstoppable, 6-0, кажется, всего-навсего. Кажется, наубивал он столько, а всего 6 киллов. Ну и наконец-то минус Марк. Наконец-то делают первый килл команда GGNet. Затянули, тут, наверное, все же мумы с этой дракой. Пора сделать сейф. Это у нас 28 минута, 11 секунда. Нету мида у команды GGNet. Счет 19-5. И походу они просто тянут время. Но пытаются. Они начинали гранд-финал со счета 1-0, поскольку выиграли сетку винеров. Имели преимущество в один матч, но мумы два матча подряд выиграли. И вот сейчас третий. Буквально в нескольких минутах, в нескольких моментах от победы на турнире команда Meteo Makers. Куроки 1-4. Куроки 1-4, есть у него Яша, 1600 голды, Линка, Базила, Magic Wand и ПТшечка. Ну, тут ничего нового не появляется у команды GGNet. Посмотрим, что у мумов. Тут Пушерок. 3-1. Ну, что купит? Давай еще один бустер, чтобы счет 1594 после плюсов. Чен, уже был он с барабанами раньше. Собирает, наверное, еще Владимир. 1500 голды имеется у Демона. У Плеймейта появился Мистик Став. Есть Келлинс Даггер, есть Баночка, есть Power 3, Magic Wand и ТПшечка. Морф, 6-0. 2000 голды. Элинка, Ethereal Blade. Дуза отходит отсюда. Ну, не видела на морфа, просто далеко слишком заходить. Это сейчас не очень-то в тему. 2-300. 2-300 голды у Мизери. Ну и мумы сейчас где-то соберутся. Нужно еще Майлку, правда, дособирать одного. Одно животное где-то найти в свою коллекцию. И по любой сторон смогут зайти. Демон, 14 левел, 3 некра, есть иллюзии. Вот просто сейчас же будет такая толпища. Иллюзии, кабаны, птицы, некра, зоопарк там и прочее. Вот эта вся херовитень нереально убить будет, скорее всего. Да, купил себе все-таки бустер еще здесь Пушерок. Теперь у него вообще 1600 хп. Это больше, чем вот, как у Морфа с перекачкой. Больше, чем у Бестмастера. Ну, это беда. Ну, у Бестмастера имеется 15 дополнительных армора. Но вот сейчас вот просто вот так вот бегать по базе команде GGNet. Бегать по базе и стараться что-либо сделать. Ну, что они тут могут сделать? Разве что очень сильно натупят мумы, отдадутся там как-то. Но мумы что играют сейва. Мумы сначала убьют Рошана, а потом уже начнут давить. Ну, смотрите, Мизери 19 левел. Рошан падает просто моментально. Масса аур и полностью перекачанный Мизери. 123 плюс 74 у него... 230 дэмэджа, ну, очень дофига. Куда он улетел? Он улетел сразу наверх в свой репликейт. Но 123 плюс 74, да, тут все с рассказа умрет, по-моему. Разве что Дуза не умрет. Нет, Дуза не должна. 181 на 18, крипстат у Мизери. Наверх, все-таки через верх решили пойти мумы. Наверное, последний заход, последняя атака этого турнира. Я даже уверен на 100%, что именно так оно и есть. Ну и посмотрим, как оно получится. Винга, минус армор. Падает тауэр, ничего не делает GGNet, слишком недалеко. Подлетели птицы, боится каждый идти первым. Он наконец-то влетает здесь, танкует Турса. Вышел с мантастайлом Куроки, пытается отстрелить. Рассказ не туда, куда надо. В сайленсе стоит Куроки, бьет его Мизери. Срабатывает линка, Мизери врывается в толпу. Здесь застанили, Пак поставил ультимейт. Азен расстреливает ульт Лича, в принципе, неплохой. ЦМ-ка устраивает Новый год, такой хороший. Куроку лов хп, все живы, что за драка вообще происходит? Абсолютно все живы, зацепили кого? Зацепили одного Лича, убили Дузу. Морф врывается, минус Дуза, минус Куроки. Убили таки плеймейта. Размен 2 в 1, но тут Морф просто нарезает. Майлк, очередной килл. Пупей пишет GG и заканчивается наш
финал. Заканчивается турнир Intel Challenge Super Cup победой команды Meet Your Makers в финале над командой Team Gosu Gamers со счетом 3-1. Итак, напомню вам, $1000 и первое место Meet Your Makers, $600 и второе место Team Gosu Gamers, $400 и третье место команда NATO Swincer, четвертое место Shift Dota изданий, пятое и шестое поделили DTS и SGC, седьмое и восьмое поделили S-Turtle и Fierce. Последних 2,5 месяца матча этого турнира для вас комментировал Вилат. Воды все будут завтра на Ютубе. Реплеи будут на Продоте. Спасибо всем огромное. Сегодня был тяжеленный день. С 3 часов дня и вот сейчас до почти половины второго ночи, то есть больше 10 часов подряд мы провели в эфире. Посмотрели кучу интересных матчей. Спасибо всем абсолютно, кто сегодня следил за трансляциями. Это был тяжеленный день. И пока. Услышимся обязательно на следующих турнирах. Пожалуй, пора мне взять 2 дня отдыха и подготовиться уже к поездке в Казахстан. Всем еще раз спасибо. Это был Вилат. Пока.